О! Какая продуктивная хуйня, уже третий. Так. Всем привет! Шаубе! Папаша! Я рад, что мы не только потребовали, но и у нас есть силы требовать дальше. И мы будем настаивать, и мы заставим отдать то, что принадлежит нам по праву. Власть шизрам! Шаубе! Это мне, вот мы здесь власть, когда он скандировал, у Храброва было гениальное видео, где Храбров, короче, ну, он очень долго рыл себе парашу на даче, значит, лопатой именно, рыл, значит, яму, чтобы на нее сортир поставить деревянный, и он, короче, встал в эту выгребную яму, и ему брат говорит: «Кто здесь власть?» И Храбров такой: «Мы здесь власть!» Из параши, блядь. «Кто здесь власть?» «Мы здесь власть!» А потом глубокая параша такая, во весь рост, а он 1,90 м, он такой стоит у нее, блядь. Это очень круто. То есть не параша, а Зиндан. Зиндан такой получился, короче. «Праздник мыла, праздник мыла, снова солнышко взошло, в пузырьках оно искрится, светит каждое окно». Шуйское мыло и сердцу мило, душистым здесь лагают стихи и поют песни, а все для того, чтобы вернуть былую славу городу как центру мыловарения. Несколько веков назад именно в Шую за мылом приезжали торговцы со всех уголков страны. Некогда сама Екатерина II отметила заслуги шуйских мыловаров и распорядилась сделать золотой брус гербом Шуи. «Тебе со всем почтением, с мыльным уважением от шуйских мыловаров прими презент товаров. Попробуй-ка помылься нашим шуйским мыльцем!» Традиционное шествие по центральным улицам вылилось в настоящий карнавал чистоты. Сошли со страниц сказок и отправились на парад Майдадыр, Нептун и Русалки. Нептун. А где же в это время был Птун? Я извиняюсь, бля, у меня просто отек мозга от этой хуйни, блядь, сейчас произошел. Я сижу, я не понимаю, прошутить про Шауе или про мыло. Вот, то есть, поэтому я хуй знает. Это слишком тяжело, я просто... Готовились к празднику основательно, задолго до мыльной феерии шили костюмы из подручных материалов. Соня Панкова вместе с мамой смастерила костюм радуги и дождя. Радуга это такое явление, которое возникает всегда после дождя, после мыла, в мыльных пузырях. То есть она присутствует... Да, я хотел сказать халапенье. Где есть вода, так как город у нас ситцевый. То есть материалы полностью шуйские ситцы. Колонну встречает гигантский самовар. Гостям предложили попробовать чай с травами, прежде чем отправиться в мыльное путешествие. «Любят чай пить на Руси! Да кого ты хочешь, проси! Самовар вскипел у нас! Чай на травах высший класс! Раздаем бесплатно, даром! Шуйский чай из самовара!» А в городском парке развернулась целая маловаренная улица. Здесь маловары раскрывают секреты создания пенного и душистого мыла. Правда, перед этим нужно пройти обряд посвящения. «Что за чудо, что за диво! Шуя празднует день мыла! Проходи, честной народ,
мыльный наш... Да, насколько бы лет сел этот человек в Соединенных Штатах Америки, интересно. Круговорот! Раньше в Шуи различали два сорта мыла – ядровое и духовое. Теперь глаза разбегаются от изобилия. Традиции продолжают молодые маловары. За основу взяли старинную рецептуру, но дополнили эфирными маслами. На самом деле не сел бы, его уволили просто. Каждый брусок делается вручную. Процесс занимает до 10 часов. Сохранять традицию – это, во-первых, конечно же, необходимо. Как, не знаю, для развития туризма и просто для, даже для истории города. Ну, знаете, уже вот как бы мыло продается и по всей стране, и уже вот завели мановары карту, где мыло есть. И то есть уже не только у нас в стране, ну, за границей мыло уже побывало и не в одной стране. А некоторые шуя... Тайлер Дёрден. Шуяне маловарение осваивают уже в детстве. Арсений Уткин еще даже в школу не пошел, но уже вместе с родителями разработал передвижную, игрушечную маловарню. Шуя славилась всегда маловарами, мы решили, потому что такой не... Ну, маленький Ларин. Никогда не было такого костюма, мы решили попробовать. Тут шуйское мыло. Его делают, заливают специальную смесь, потом получается мыло. И туда можно какие-нибудь цвета добавить. А где мыло, там и банька. Впервые... Блядь, сколько шуток про... Освенцим, блядь, мимо прошло. Истории праздника прямо у сцены установили настоящую туристическую баню, а поэтому наряды для мыльных частушек соответствующие. В магазинах мыло шуйское, друзья! Значит, праздник на трудине каждый год идет не зря! В этом году День мыла собрал рекордное количество участников, и уже сейчас шуяне готовятся с размахом отметить юбилейный 10-й День мыла. Екатерина Татаринцева, Валерий Осипов, Вести Шуя. Новый миф! Не, подожди, я не считаю, что это был миф. Эй, это все было на самом деле. Я не ревизионист. На всякий случай, а то, блядь. Потом нарежут еще хуйню какую-нибудь. Про мифы. Я хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня бандиты Ельцина наносят удар по шикам невиданной силы. Особый удар наносится по внуку Ельцина, как главному человеку. Шуя! Врачи и банда Ельцина, это варьё, которые разворовывают страну. Они лезут к вам в карман и отбирают разом деньги, льготы, все захабали. А шикам показывают кукиш, предлагают намылить веревку и говорят: радуйся, гробу. Я им вчера сказал: жулики, буржуя, вы охуели. Одумайтесь, уроды. Перестаньте воровать. Закончите убивать жезлов. И отпустите огромный хер, ублюдочные мрази. Эй, вы, бандитские выродки, у вас ничего не получится, потому что власть сегодня — это власть жезлов, народную силу, народную власть. И я уверен, что мы победим банду Ельцина под суд. Мы с вами здесь, на площади, твердо говорим: да здравствует Шаоми! Ура! На следующий день Зюганова избрали президентом, блядь. История рекламы. О, наконец-то. Наконец-то юмор. Стрит Флэш! Блин, да вы лучше комбинация, это не Стрит Флэш. Я знаю, мне просто нравится кидать карты на стол со словами «Стрит Флэш», как в фильме. Да, да, в покер играют, потому что это как фильм, в американском фильме. Да, никто не копирует поведение из европейских фильмов. Никто не хочет быть человечным или настоящим, все хотят быть крутым. Смотри в карточку, там все комбинации, собирай ебучий Стрит Флэш, и тогда сможешь выкинуть карту на стол с криком «Стрит Флэш», и это будет правдой. Стрит Флэш! У тебя даже не 5 карт, куда ты дел 5-ю карту? Не знаю, может, Ваня оставил. Зачем ты ее носил в ванну? Дама, пик очень аппетитный. Фу, мы же ими играем. Я дрочил на нее. Да поняли все. Ну а я не понял. Спасибо, что рассказал. Я спросил: вы хотите играть? Вы сказали да, так играйте по-настоящему. Ты закончил? Да. Ну тогда Стрит Флэш! У тебя вообще круто получилось. Да, офигенно, ты такой Стрит Флэш. Так, признаем, что он победил под смысл не в крутости, а в комбинации. Комбинация, шмобинация. Стрит Флэш! Офигенно! Стрит Флэш! Стрит Флэш! Это вообще картридер, я же просил, не засовывайте его никуда, не берите, потому что я потом по полдня его найти не могу, чтобы перекинуть этот бред с камеры на ком. Стрит Флэш! Не кидайся ножницами, это опасно. Да, вдруг порежешь. И ты туда же, блять, ножницами. Не реальности. Твой ход. А откуда он? Ножницами. Я-то по приколу говорю ножницами, потому что я когда в первый раз это услышал, блять, у Ларина, ножницами, мне врезалось это пиздец. Как ножницы прямо. Мы будем, мы будем, мы будем.
ЕКБ? В карт-ридере хоть какой-то был смысл, а в ножницах вообще никакого смысла. Да что это во всем смысл ищешь? Потому что я человек... Человек Стритфлэш! Стритфлэш спешит на помощь! Ах, теперь ножницы уже не кажутся такими бессмысленными. Сам попробуй. Эльдар, попробуй. Вы также говорили про сигареты, а теперь у него рак жопы. Экзема на локте. Давай, попробуй Стритфлэш! Стритфлэш, не бро! Стритфлэш. Это офигительно! В любом случае, это просто, блядь, на три порядка смешнее, чем теория большого взрыва, и тут даже консервированного смеха нет. Серьезно. Так что это далеко не так уж и плохо. Образовательно-развлекательный канал Убер Маргинала. Ссылка в описании.